среди сугробов и воронок. В селе, разрушенном дотла, стоит зажмурившийся ребенок, последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломок печки из трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не опускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в поповке, и за ребенка на снегу.